метро Франции. Такое парижское метро. Вот генералы. Итак, короче, следующее. Вот эта фигня освещает ночью. Триумфальную арку, вы поняли, да? Вот. Внутри, соответственно, вот там. Ну и с другой стороны тоже написаны генералы, маршалы, там кто при Аустерлице участвовал, вот. Соответственно, вот такие вот картинки там. Ну и на другой, соответственно, сейчас подойдем туда. Я понял тематику. Здесь венок над Наполеоном, видите? А там Винцигиторикс, этот гал, который воевал против Рима. А вот битвы. С этой стороны. Сейчас мы посмотрим. Это вон там Елисейские поля. И с этой стороны. Ну, вон еще вот там. Все битвы при Наполеоне, не только которые, где Наполеон воевал, но и генералы. Вот такая вот внутри вот такое убранство. Люк канализационный. А это с другой стороны. Вот такая вот, короче, арочка получается. Вот здесь написано, когда было сделано вот этот в честь Первой мировой войны, короче. Там написано 1914 по 1918 год. 11-1920 года. Короче, огонь был в 23-м году. Так что... На другую сторону находится Де-Франс. Я туда не поеду.